Будем качать лодку. Посмотрим, что из этого выйдет. Но одновременно я хочу еще раз попытаться сделать донную съемку. Что там, комары гады. Что там есть на дне? Предыдущие две показали, что никакой живности нет. 30 мая были только одни медузы. А следующая съемка, которую я в июне месяце делал, там даже медуз не попало в камеру. Ну хорошо, начнем качать лодку. Солнышко встает. Лодка у меня почти готова. Ну что у нас? Не видать товарищей по несчастью. Никто не вышел. Ну что ж, будем проверять. Будем первопроходцами. Что, вперед на Ватерлоу. Давай начнем сначала с проверки наших местности. Рыбаков больше, рыбы, ну, у нас две штуки. Это вам, конечно, не прошлогодняя рыбалка. Попробовали посмотреть, что там в воде, ничего не видно. Сплошная зелень, ничего не видать. Катушка моя, этот эксперимент с дешевой катушкой одноразовый, он себя полностью дискредитировал. Делов от нее не будет, она раскручивается постоянно. Не знаю, как она там сделана, собрана. Так, ладно, давай оденем рачка, креветочку на крючочек. Кальмар не воодушевляет местное сообщество. Ой, блин. Вдруг нарисовался. Какой-никакой нарисовался. Ну ты смотришь, что-нибудь еще нарисуется. Косяк летит птица. Того уже чистили.
как 7 часов. У нас 4 бычка. Это, конечно, большой успех. Если учесть, что его вообще не было, то что это первые бычки, пойманные в этом сезоне. Ну ладно, пока съемку приостанавливаем.